Добрый день! Сегодня 11 марта, 10:30 утра. Сегодня снег, мороз и ветер, поэтому записываю видео вам дома. Единственное, вы будете слышать, как дрожат у нас стекла и взрывы. Самый задаваемый часто вопрос – это где я живу, район города. Я живу в черте города на окраине. У нас нет света, воды, связи, есть слабый интернет. И то его можно ловить только в некоторых местах. А телефоны мы заряжаем от машинного аккумулятора. Мужчины знают, как это делается. С окраины города мы слушаем этот ад, что там творится. И мы ничего сделать не можем. У меня там остались родители, близкие, знакомые в каждом районе. Если бы у меня была хоть какая-то возможность узнать, я бы узнала. Но нет связи. Там давно нет отопления, света, связи. Еще хотела сказать по поводу того, что у меня спокойный голос. Поверьте, я такая же, как и все. Я плачу, молюсь, встаю и иду дальше, живу. И жду, когда этот кошмар закончится. У меня нет другого выхода. Дорогие, буду заканчивать. Всем мира, спокойствия и благополучия.